Здравствуйте, я Евгения Бештанкина, и это Клатч ТВ, проект «Только спроси». Недавно в Госдуме пересматривали закон о побоях в семье, и мне очень интересно, что об этом думают ярославцы. Давайте узнаем. Я не стану общаться с таким человеком. Если женщина бьет, значит, возможно, она любит. По-моему, это бред. Не знаю, не могу ответить нет. А у вас есть любимый человек? Да, мама. А муж или... Нет, мужа нет у меня. А как вы считаете, бьет, значит, любит? Нет, я так не считаю. Хорошо. Если женщина бьет, значит, возможно, она любит, да, а мужчина нет. А скажите, у вас есть любимый человек? Да. Как считаете, бьет, значит, любит? Наверное, нет. Скажите, у вас есть любимый человек? Ну, конечно, есть. А как же нет? А как считаете, бьет, значит, любит? Ни в коем разе, вы что? Я не стану общаться с таким человеком, который может поднять руку. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть любимый человек? Да. Есть. Хорошо, скажите, бьет, значит, любит? По-моему, это бред. А подскажите, что считаете, бьет, значит, любит? Это так? Нет, меня не били, не знаю, не могу ответить. А как считаете, бьет, значит, любит? Нет. А вы как считаете? Нет. А бьет, значит, любит? Нет. А вы как считаете? Нет. Скажите, у вас есть любимый человек? А как считаете, бьет, значит, любит? Нет. Да. Да? Не знаю, да. Пусть будет да. Мнения ярославцев разделились. А что вы думаете на этот счет, обязательно пишите в комментариях. И подписывайтесь на Клатч ТВ.